Жара. Фух, да. Очень жарко. В Англии самое жаркое лето за последних, не знаю, наверное, 200 лет. За всю историю, когда вот следили за температурой люди. 200 лет? Да, представьте себе, а может и больше. Поэтому мы сегодня решили немного охладиться. Мы сегодня будем пробовать разные прохладительные напитки. И очень необычные, самые необычные, которые мы могли только найти. Я уверен, что большинство из них вы вообще никогда даже не видели. А вот сейчас мы распробуем их и будем с вами делиться своими впечатлениями. Я нашла очень редкое, вы точно это не видели. Лед. Лед. Это очень редко. Мы большинство этих напитков даже не пробовали раньше, так что сейчас мы их распробуем. Я предлагаю начинать, потому что, фух, эта жара вообще не дает дышать мне даже. У нас первая на очереди. Бабать, нет, Могу-могу. Подожди, Кать, могу-могу. Какой личи? Какой-то могу. Подожди, с мордочкой, смотри, какая мордочка прикольная на крышке. Класс. Может, это его зовут могу-могу, не знаете? Может, какие-то мордочки? Да мы сейчас все попробуем. Дос! Он с кусочками. Да, это с кусочками личи, мне кажется. Будем все, каждая пробовать. Конечно, сейчас все распробуем. Перепелевые яйца. Это очень вкусно и полезно. До этого тоже дойдем. Давай, начинаем. Итак, могу-могу, рассмотрели, что там внутри? Мне кажется, это маленькие кусочки личи. Эти напитки мы покупали у корейцев. А вы же знаете, они любят всякие миксы прикольные. И любят, когда вот всякие кусочки фруктов даже внутри. Давайте я налью, потому что маленькая бутылочка. Тут на, как раз на один стакан. А я вот так сделаю. Вау, видели? Маленькие кусочки. Нет. Во, маленькие кусочки даже каких-то там фруктов. Я первым начинаю пробовать. Там написано с какой-то ната де коко. А ну-ка. Ната де коко. Кокунат. Кокунат. Оно вкусное, конфетно-желейное. Теперь я. Прям вкусно-вкусно. Пахнет как фанта. Надеюсь, да, что это не мыльное. Оно как фанта. Оно вкуснее. Это боба фанта. Это было вкусно. Давайте другое. Очень вкусно. Следующее у нас на очереди. Ну вот Макс боится это. Давай это постоим пока чуть подольше. А у нас кокосовое мясо. Это даже не напиток, это мясо молодого кокоса и тапиока жемчужины. В коконатовом молоке. Что такое коконат мит? А вот сейчас и узнаем. Которая белая часть коконата. Ну, где ваши стаканы? Ты первый, папа. Я первая. Давай ты первый. Не, я первая. Йоу. Оу, смотри, это боба-ти. Это как будто бы боба-ти. Вы видите? Не тут есть маленький шар. Какая интересная консистенция. Вот, угощайся, Макс. Смотрите. Тут маленький это, кусочек чего-то. Вот, я понял, что это. Вот, это кокосовое мясо. У меня есть немножко. А еще вот эти тапиока-шарики. Папа, а что это за жидкость? Кокосовое молоко. Кокосовое молоко, очень кокосовое важно. Мясо и тапиока. Вот даже ложкой можно вот так есть. Освежаешь, как будто бы... На райском острове, скажите. С шариками и с коконат штукой. Вы посмотрите на эту вкуснятину. Тапиока, шарики прозрачные. Какое же вам молоке? А у меня не попались. Просто райское наслаждение. Оно как бабл-ти. Короче, это не совсем напиток, это больше как еда. Но освежает же, освежает. Правильно, очень освежает. Перепелиные яйца. Очень вкусно. А на очереди у нас свизл. Мне кажется, это желейки мороженые. Это не напиток. А что это? Это напиток, который надо, наверное, замораживать. Вот именно, это айс-лолли. Жидкое, значит, можно попробовать попить. И будет, думаю, даже очень освежающее. Можно я открою? Вы, кстати, в вашем детстве вы не ели мороженое. Самое невкусное мороженое в нашем детстве было. Это когда, ой, не ешь холодное, а то горло заболит. Давай я тебе его нагрею. И тебе в чашке металлической нагревают мороженое. И дают его есть ложкой теплое. Вы представляете это? Я такое в детстве ел. Но я немножко люблю колопутить мое мороженое, чтобы был милкшейк. Итак, стробери. Я хочу такое. Cherry and apple. А там есть виноград? Есть еще стробери. Есть еще черная смородина. Нет. И черная смородина. Мне, пожалуйста, вот этот. Cherry and apple. Держи, зеленая. Смородина. А я тогда клубнику. У всех разные. Сейчас пробуем и освежаемся. Открываем. И... Они могут стоять, мне кажется. О, нет. Они не могут. Очень насыщенный вкус. Кисленький, клубничный. А это для питья? Питья? Конечно. Ну, то есть жидкость. Скажи. Вот это супер освежающее. Мне кажется, Кате должно понравиться такое. Она любитель всяких кисленьких, вкусненьких напитков. Давай, освежающее, скажи. Давай. А, кстати, можно в стаканы налить.
Оно мне напоминает... Только очень мало. А заметьте, оно такое тянучее, не просто как сладкая вода, а такое прям... Как кисель, точно! Потому что это чтобы поставить в морозилку и сделать жирнее. У нас некогда ставить в морозилку, у нас задача еще все перепробовать. Мне кажется, пора открывать перепелиные яйца. Давай! Да, Макс? А это вообще съедобное? Конечно, это очень даже полезно. Я обожаю перепелиные. Маленькие. Не маленькие, а... Это у них такая расцветка. Это чтобы в гнезде хищник какой-то не нашел, чтобы сразу посмотрел и не рассмотрел их. Просто сырые. Они не сырые. Правильно, сырые, все верно, так и надо. Да, это очень полезно, кстати. Очень полезно. Ну что, угощайтесь. Нет. Ты? Это очень освежающий напиток, очень полезный, кстати. Реально? Да, вот так вот надо. Оно такое прикольное, даже солить не надо, я еще хочу. Я попробую тогда. Реально, такое классное. Вот так берешь, снимаешь верхнюю скорлупочку. Короче, все, рекламная пауза, я ем яйца. Или продолжаем дальше? Так, продолжаем. Да, я бы выпил... Можно я выберу? Яйцо? Нет, хорошо, выбирай. Яйца я себе оставлю на потом. Это мне интересно. Мне тоже, такая интересная бутылочка. Просто дринк. Не просто, там что-то написано, но надо знать этот язык. Ордонамик. Ордонамин си. Орономин си. А, это, наверное, витамин си. Орономин си. Короче, какой-то витаминовый напиток, все остальное по-корейски. Я надеюсь, это не energy drink. Может, надо было взять телефон, камеру, так, перевести все. Кстати, давай. Я надеюсь, моя камера и мой переводчик корейский язык знает, как он пишется. А ну давай. Итак, наводим сюда. Орони. Оно не перевело совсем. Так, давайте так. Так как я старше, немножко понимаю в напитках, так я, наверное, первый попробую. Okay. И потом, если ок, тогда я вам дам, окей? Потом я... Хотя написано... Газировка. Да? Я понюхать хочу. Что-то сладкое, просто сладкое, непонятное. Мне кажется, я чувствовала виноград. Оно прозрачное, слегка газированное. Оно сокито. Угу. Да я не распробовал еще. Виноград! Неправда. Катя! Лекарство? А ну дай. Угу. Лекарство. Какая-то непонятная сладкая газировка, вот честно. Что, если это реально лекарство? Все, тогда по чуть-чуть, так как это 120 миллилитров всего-навсего. 70 калорий в этой баночке? Вот почему оно такое сладкое. Итог, это не витаминный, а какой-то сахарный напиток, супер сладкий. И вообще какая-то маленькая такая бутылочка, как будто бы лекарство. Нет, не освежающее совсем. Я следующий выберу. Выбираем, давай, следующий. Что я забыл? Мы же не показали, как оно выглядит внутри. Какая-то белая газировка. Оу! Не белое оно совсем. А реально как лекарство. Витаминки С в детстве были желтого цвета у нас. Вот именно такого цвета витаминки были. Я знаю. И пахнет как ситро. Дюшес. Фрисквиз эндри. Это слаши. Это тоже для морозилки. Еще один мороженый слаши. А какого вкуса? Какого вкуса? Клубничный. Вот могу поспорить, что будет точно такой вкус, как вот это мы ели уже. Да. Не, оно другое. Хватит, всем оставь. Пробую я. Оставьте мне. Я знаю. Итак, 3, 2, 1. Пробуем. Дзинь-дзинь-дзинь. Фриз. Это очень похоже, но оно не такое густое. То было более крахмально-кисельное. Это мега вкусно. Очень-очень вкусно. Не зря его делают со льдом, то есть замораживают. И потом такой джик-джик-джик выдавливаешь себе сквоши. А как оно круто освежает. Очень. Оно такое неоновое. Ну давай, не сильно застреем на этом. Выбираем дальше. Только всего. Видео, короче, длинное получится. У нас опять новое арбузное. О, тут по-английски зато написано. Значит, газировка, фруктозный сироп, цитрикосит, watermelon flavor. Короче, это газировка со вкусом арбуза. Сладкая. Я первый пробовал. Так это же я выбрал. Я второй. Я еще никогда не видел арбузной газировки, которая белая. Прозрачная. Могли бы немножко розового добавить. Арбуз же розовый. Да. Итак, смотрим. Газировка. Да, это как ваш витамин С. А я сказал бы, что это как будто бы арбузный спрайт.
Я буду пробовать. Я буду это называть арбузный спрайт. О, так вкусно пахнет! А мне как-то не очень. Оно как-то мне даже дыню больше напоминает. Ну, необычный для нашего. Так я что-то я пока не распробовал. Вкусно, освежающее, там, но не то. Реально не вот то. Столько... На вкус и цвет фломастеры разные, не зря говорят. Там вот столько арбуза и вот столько воды. Угу. Короче, Максу понравилось, мне не очень, тебе как? Так. Половинка. Угу. Согласен, не очень. Теперь выбираю я. Давай, все такое необычное, незнакомое. Вау, какая-то самая красивая бутылка у тебя. Это сода, железная баночка. С каким-то вкусом рамуны. Я не знаю, что такое рамуны. Это оригинал. Оригинальная рамуна, не знаю. Нет, хата сода. И цветочки, как будто бы это японская сакура цветет. Пахнет как бабулган. А ну, и какое оно? Тоже прозрачное. Прозрачное, как спрайт. Я так налить леди надо первой. Ладно. И мне дать бутылочку. Ну, о. Я первый пробую. Давай. И? Как баблгам. Точно. Я думаю, что за аромат? В напитке так необычно. Точно баблгам. А посмотрите, какая бутылочка. Ну, я точно не кореец. Какие-то вкусы все. Не, ну дюшес немножко. Так, Максу следующий раунд, и я буду выбирать. Ну, мы быстро. Давай дальше тогда. Что там? Давай. Я уже выбрала. Вот эту желейку. Там есть кусочки личи. ASMR. Желе фруктовое, да? А какое именно, непонятно. Это твой ASMR? Катя, любители ASMR. Мне кажется, это дринк. Это растаянное желе. Давай, давай, давай. Вот сейчас мы и узнаем, что это за растаянный дринк. Я так понимаю, это как боба-ти. Надо прокалывать трубочкой и пить. Но мы откроем. Попробуем. Вау, оно брызгается. Ну все, можешь уже наливать как-то, не знаю. Итак. Нет, мне без желейки добавить. Кстати, это можно из этого же. Я же говорил, цельная желейка. А мне не верили. Это желе. Вот, можешь ложкой подправить. Давай. Я, у меня есть идейка. А как же мы теперь будем пробовать? Будем из одного стакана одной ложкой. А реально, откуда ты эту ложку взял? Так давно у меня ложка, я еще на тапиоку брал. What? Да. Вкусно? Там какие-то кусочки. Да нет, да нет. Катя, мы пробуем и делимся своими впечатлениями, а не топчем. Да хоть скажи что-то. Топтала полбанки. Такого напитка еще не ел, но да, пора попробовать. Напитки не едят. Я думал, сейчас упадет. Очень. Короче, Максу все нравится. Сейчас как меня освежит. А ну дайте мне. Я еще такое не пробовал. Итак, внутри какие-то кусочки фруктов, а дальше желейка. Вкусно? Желейка с какими-то фруктами. Наш лед все тает и тает. Он был кучей, а сейчас все меньше и меньше и меньше. А мы продолжаем пробовать наши напитки. Напитков еще очень много. И я достаю новое лекарство. То был витамин С, а это, похоже, витамин D. И что я вот только что перевел, это энергетический напиток. Поэтому он только для меня. Посмотрим, какой он на вид. Надо же показать. Давай. Итак. Просто вы розовый. Эти корейцы любят все такого необычного цвета. И на аромат реально как витаминки круглые нам в детском саду давали. Ага. Даже с какой-то немножко горчинкой. Хотя и нет. Но вкусно. Не, и не газировано. Вам не даю пробовать, потому что это, мне кажется, энергетический напиток. Ну, чтобы вы мне тут не начали прыгать на голове. Но пахнет жизненно. Понюхать можно? Не, не оно. Переходим к новому раунду. Пахнет стухшим виноградом. Оно как сладкое, но тоже... Не ели вы витаминки в детстве в нашем. Проходим дальше. Пробуем. Что выбираем? Я выбираю. Я тоже выбираю. Что? Бубати! Я думала, это виноградовый напиток. Может, так и есть? Макс, давай показывай, что ты. А я уверен, что это виноградный напиток. Тут даже написано грейп. Грапы? Грапы. Так, поровну делиться, да. Я первый пробую. Леди надо налить сначала. Да нет, не джентльмен. Надо. Макс, ladies Макс, first. Ты же джентльмен. Надо леди первой лить. Наконец-то. Макс, ты сломал. О, ей. И теперь мне осталось что-то? Совсем. Мне вот на палец толщины мне осталось. Макс. Кстати, цвет натуральный. Оно обычный.
Обычно каким-то фиолетовым красят, не настоящим. А вот это настоящий виноградный вкус или цвет. So good! Мне кажется, это из зеленых виноградов. Кстати, очень-очень вкусно. Виноградный мой любимый вкус напитков. Да. Стой, папа, не доли... Я хотела, не до... чтобы ты не допил, чтобы мы показали тут. А что ж там не допивать? У меня один глоток был. Вот тут все осталось. Все, мы распробовали. Реально очень вкусно, очень освежающе. И следующее мы будем пробовать. Мне интересно вот это бутылочка. Не, мою очередь выбирать. А я уже выбрал. Ладно, это что-то с бобами. Я вот это выберу. Вы посмотрите, как будто бы молочный фасолевый какой-то напиток. Стой, черная фасоль, да. Окей. А, надо открыть. Черная? Что, ни разу не встречал? Так, что же это за фасолевый напиток? А ну-ка. Пахнет стухшей гречкой. Фасолью пахнет, бобами, наверное. Это ж в этих... Азии, там даже мороженое с фасолью может быть. И где мы вчера были? В Боба Ти, в ТОП-4. Посмотрите сюда, пожалуйста. Вот какие добрые у меня есть дети. Видно, да? Посмотрите, добрые дети. Оставили мне один глоточек. Еще и в прошлой бутылке Катя говорит, ты все не выпивай, чтобы мы могли показать зрителям. Так вот, даже в Боба Ти есть с фасолью. Капнуло! Это как? Просто кто-то свинтус. А я пробую. Какой свинтус? Смотри, оно не... Интересно. Как? Знаете, вот популярные вот эти, как эти, растительное молоко. Из миндаля, из сои делают, знаете? Миндальное молоко. С кем знакомо? Так, так. Кто знает миндальное молоко, скажите? Я. Так, а это? Я пробую. Так это фасолевое молоко, бобовое, вот. Оно сладкое? Оно, мне кажется, даже вкусное. Ой, фу. Как оно сладкое, Макс? Я не знаю. Теперь фу. А вот теперь наши вкусы разошлись. Со вкусом. Ничего вы не понимаете. Папа, это... Это очень вкусно. Вот это я не вылью. Все, дайте сюда. Это что папа, я думаю про это. Так что, стухшие бобы с тухшей гречкой. И с очень круто, я выбираю. Очень вкусно освежает. Нет, я выбираю. Но... Нет, я. Я вот думаю, так. Это же бобы. А если бобов много наестся? Я буду сидеть, значит, жить на улице сегодня вечером. Так. Это обалденно. Оливье. Green pea. Что? Зеленая груша? Зеленые бобы. Пи. А, дай. Стоп, на рисунке лимон или что это? Смотри, green pea. Плам. Это зеленая слива. Это очень вкусно должно быть. А я думаю, уже грин горох. Зеленая слива. Должна быть очень вкусная. Силы надо. Мало сил. Она мокрая просто. Дай мне, я попробую. Сейчас. Я попробую открыть. И ровно держи. Не газировка? Не на. Натуральный цвет, кстати. Это что, хорошо? Смотрите на этих добрых случайно. Детей. Это случайно. Как так можно вот с этими детьми дружить? Пахнет японской сливой плюс яблоко. Очень вкусно пахнет. Просто я вот боюсь, что мне глоточек только. Мне не хватит даже распробовать. Достаточно вкусно. Это очень вкусно, очень освежающе. Но знаете еще чем пахнет? Пахнет малым. Очень малым пахнет. Прямо капец малым. Вот понюхай. Дай, оно у тебя пахнет многом, а мне пахнет малым. Максим. Короче, следующий выбираю я? Я. Точно? Я выбираю вот это. Опять что-то желейное? Да, мне кажется, это желейки. Или детское питание вообще? Непонятно, все на корейском. Да наливай уже. О, смотрите, тут такие эмоджи, так что это, мне кажется, персик. И это The Coca-Cola Company. Интересно, я не знал, что они такое выпускают. Да что? The Coca-Cola Company. Да нет. Какое-то белое, мне кажется, какое-то личи тогда. Они же выпускают разные напитки. Это желейный напиток. Так, давай, чтобы всем хватило. Папа, да. Coca-Cola, это только Coca-Cola, Sprite, Fanta. Не-а. У них еще куча соков даже разных есть. По-моему, ричи у них тоже. Тебе не сильно досталось. Мне не сильно досталось, да? Может, давай это тебе останется? Я тебя выдавлю. Это мне? Ну ладно, я себе сам, давай. Итак, пробуем. Я первая. Желейно-персиковый какое-то детское питание. Очень вкусно. Ну, выглядит не сильно.
очень освежающее. Прям капец. Все. Это как я хочу вот так вот лежать. Желейка. Я вот так вот готов лежать целый день? Нет, пап, это надо вот так. Кстати, даже жара не замечается. Мы тут возле льда этого сидим. Прям так хорошо. Освежающе. Какая-то туна какая-то. Ой, желейки летят. Это открывание. Давай откроем. Окей. Это типа моя очередь, да? Итак, что написано? Оригинальный десерт. Десерт! Мне кажется, нам надо какие-то крекеры. Information, бла-бла-бла. Из чего десерт? Может, это сгущенка? Это совсем не освежающее, если это сгущенка. Сгущенка. Это похоже на сгущенку. Это не сгущенка, но... Как сгущенка? Но не сладкая. Это, как называется, крем сливки. Только почему оно в банке в такой? Это совсем не освежающие жирные сливки. Макс, попробуешь? Это, конечно, совсем не напиток, мы уже разобрались. Я обиделся на это, потому что это не сгущенка. А, Макс так надеялся. Он очень любитель за большой сгущенки. За маму! Это мазать на хлеб и будет вкусно. Где-то с чаем каким-то, с вареньем, может быть, даже. Но само по себе нет. Можно я второй выберу, так как это мне не повезло. Давай вот что-то вот это вот необычная баночка. Клубничная! Что-то опять-таки... Клубничное молоко. Клубничное это должно молоко. Быть очень вкусно. Клубничное молоко. О, как же так налить, так чтобы так как мне наливали, а? Итак, оно розовое. Оно, ну я бы не сказал, что оно прям совсем молоко. Чуть-чуть такое жидкое пахнет молоко. Пахнет как настоящее молоко. А ну-ка. Клубничное молоко. Не газированное, нет? А ну. И? Оно не как молоко, скажите. Оно сладенькое, вкусненькое. Это опять, ну так надо, вот так вот надо. Сладкое, но оно не освежающее. Согласны? Оно сильно сладкое и сильно такое молочное. Да, освежающее. Да. Ну ладно, чуть-чуть освежающее. Пошли дальше. Чуть-чуть? Ну да. 100% освежает. Sugar rush у меня. Тянем, тянем, выбираем. Ну давай, что-нибудь выбирай. О, что-то интересное. А ну, что-то знакомые слова есть? Это донгвон. Рисовый нектар. What? Рисовый нектар, райс нектар, так и написано. Райс нектар? Да. Что? Вот даже рис вот типа плавает. Ну открывай, пробуем. Донгвон какой-то. Пробуем, что за рисовый нектар. И? Что такое? Газировка. Камбуча? Газированный рисовый нектар. Налить? Нет, кстати, я первый. Итак, что же там? Рис. What? Мутный такой, ну вот как будто бы рисовый. Да. А, может быть, рисовое молоко. О, мне сегодня в этот раз повезло, полбанки мне досталось. Пробуем? Да. Рисовый нектар. Пока Катя что-то не в восторге. Со вкусом мега сладких стухших. Нет, я не скажу, что это ужасно. Ну, это, короче, как будто бы рисовая мука. Это сладкий васаби. Угу. Васаби-то, ну, нет. Это сладкий васаби. Нет. И там кусочки еще как будто бы риса. Да. Оно васаби, если он был сладкий. Какой-то коричневый рис вот у меня. Вот на языке, да. Это choking hazard. А, так, подожди, может оно все на дне? Где ваш стакан? Смотрите, тут нет осадка. Я вот сейчас налью, попробуем показать. Смотрите. Видите? Там рис, реально рисовая каша внизу. Давай сварим. Сварим, она уже вареная, готовая. В общем, это такой себе рисовый квас, что ли. Один. Я не люблю квас. Два. Я не люблю стухший рис. И самое главное, ты не кореянка и не японка. Окей, я выбираю. Вот азиаты это любят. Чея сид. Это чея точно сид. Вкусно. Асмар. А, тут базилик сид, не чея. Какие? Базилик. А, семена базилика. И это из Таиланда. С хани, с медом. Нужна помощь? О. Этикетка разрывается, да. Ну, не важно. Давай, открывай. А мне первый. Максим Сферс. Ladies first.
это реально вкусно пахнет. И красиво. Вот эти семена такие прикольные. Папа, второй. Наливай Максу, а я уже со стакана попью. Из бутылки, точнее. Ай-яй-яй! Нет! Эй! Жулики! Опять оставили мне чуть-чуть. Дзинь-дзинь-дзинь. Ну, я первая! Оно реально пахнет медом. Это один из моих любимых напитков. Конечно, вкус немножко непонятный. Оно вкусно! Бойсон какой-то. И со с медом типа. Но очень интересно. Особенно, когда зернышки на зубах остаются, можно похрустеть еще. Катя не тайландка. Совсем. Не тайка. А мы с Максом тайцы, значит. Наши прохладительные напитки уже почти заканчиваются. А жара никак не проходит. Зато хорошо, что у нас есть такое волшебное ведерко. Папа, не только жара не проходит, и еще этот невкусный, совсем не изумительный вкус. Water in a box. Бета-вотер 100% вода. Pure Spring. То есть это обычная минеральная вода. В пакете для молока, типа, или для чего, не знаю. Fish in the sea life. Короче, какие-то приколы тут у них. Типа, морская рыба любит water in a box. Я надеюсь, тут нет вкуса морской рыбы. Написано Pure Spring, значит, должна быть просто водичка. А ну? Просто вода. Пробуй, Макс, ты воду из коробки. Это не просто, это минеральная вода из Англии, Сомерсета. По идее, это должно быть самое освежающее, потому что это минеральная вода, чистая. Но нет, после потому всех... что оно из коробки. Но после всех сладостей она какая-то невкусная. Ничего мне вкусного не попадается. Особенно я надеялся, ничего, в такой коробочке, что это будет такой вау. Эй, бегун. А получилось просто вода в коробке. Бегун, тебе нравится вода? Катя, моя, что-то розовое моя хочет выбрать? Давай розовое вот это, оно очень вкусно выглядит. Моя очередь. Не знаю, что-то розовое, красивое, клубничное. Катя, it's time for tea. Small light pop. Давай. Чай клубничный, непонятный. Со вкусом бабочек, что ли? Надо добавить воду. А, надо было вот ту воду в коробке залить сюда. И было бы... Мы вечно что-то напортим. А ну дай. Короче, что здесь? Что здесь, это какао? Там просто порошок. То есть это надо реально налить туда воды. Сейчас, давай хотя бы посмотрим, что внутри. Сделать вот так. И потом не это. Не, давай посмотрим, что внутри. Ну давай. А мне интересно, что же внутри там, да? Давай, Кать. Не, Кать, не эту воду. Мы сейчас нормальную воду вынесем. Водоэрный бокс мы уже выпили, поэтому вынесем обычную воду. Да. Из дома. Вот там вот такое. Все! Это папа! Это маленькие кусочки фруктиков. А все, Катя? Маленькие... тут овсянка! Это оказывается типа манной каши что-то. Я прочитал, это достаточно даже жирный напиток. Это типа детское питание, что ли? Я вот с ароматом клубники. А может надо немножко меньше? 300 миллилитров воды надо. То есть как раз полный стакан надо наливать. Сейчас, мне надо сухое. Что, думаю, это? Да это уже полстакана заняло. Это клубничная какая-то овсянка. И даже какая-то овсянка есть, точно? Да, давай. Давай, наливаем. Итак, наливаем, перемешиваем и смотрим, что же получится. Короче, детское. Я понял, это детское питание. И потом добавь немножко еще воды. Это хорошая идея. Хорошая идея, это когда никто ничего не подсказывает, тогда это хорошая идея. Тогда это что-то получается. Итак. Вкусно. Вот. Перемешиваем. Короче, наш чай под видом детского питания. Детское питание под видом чая готово. Я самая смелая. Кто первый пробует? Я выбираю. Это был Макс за выбор, давай. Я. И? Кто в детстве ел сухое детское питание, детский корм, тот поймет. Короче, дети наши не ели детское питание сухое. Я ел, я знаю, что это. Мне нравится. Можно мне? Это реально вкусно. Там вот эти... Такие большие кусочки вот этих морсков. В советское время был заварной крем кубиками такими твердыми, его грызть надо было. Или еще детское питание, тоже похоже на вкус. Можно мне? Кате понравилось. Я дитё. Катя, дитё, оно реально вкусное, оно с овсяночкой и со вкусом клубники. Я у Кати еле выдер. Со меня все смеются, что я люблю детское питание, но это реально вкусно. Я тоже люблю. Это реально вкусное детское питание с овсяночкой и с кусочками клубнички. Короче, все, я вспомнил детство. Не, а
мое. Давайте ищите что-то дальше. Я. Или это моя очередь? Мое. Тут сгущенка. Сгущенка? А не, я. Тут какие-то кубики. Так, брейк, все по местам. А то сейчас начнется. А ну, давай, на место. А, и ведерочку обратно давай. Я жду мою сгущенку. Если она от тебя дождется, если я не выберу. ASMR. Что за кубики? Не знаю, какие-то желейные кубики, мне кажется. А ну-ка. О, тут маленькая ложечка. Значит, это опять не напиток. Вау, это маленькая ложечка. Коконатовый десерт. То есть, кокосовый десерт. Открывать, Катя? Да. Итак, что за коконатовый десерт? Там, ты видишь, вода похожа. Это кусочки маринованного, или как это называется, консервированного кокоса. Откушу. Так, это вода? Ну, вода. Дай мне. Давай, пробуем Максу. Макс попросил ему налить, но кусочки не попали. Дай ложку, пожалуйста. И самое главное, вот эти десертовые кусочки. Это настоящий кокос, мне кажется, молодой. А вот стакан, давай перельем, посмотрим, где она. О, давай вот эту маленькую тарелочку. А давай все выльем, да и все, ты будет виднее, красивее. А ну, вот такая. Эй, как это я так неаккуратно? Вот такая красота. Вот ложечка. Скажи. Ой, только я себе не оставил. Нет, Сумею. Да, Эвери. Очень красивые кубики такие. Прозрачные? Я еще думаю, что за какие-то кубики на этом? Ой, солнце такое капец жарит. Очень необычный консервированный кокос. Да. И очень мало сладкий, прям супер освежающий. Да. Так, я выбираю следующий. И что выбирает Макс, я уже, кажется, знаю. Я почти уверен. Сгущенка. Ну, я знаю, что это не сгущенка, так что я выбираю. Это сгущенка, Макс, там есть картинка. Макс, там есть картинка сгущенка. Все, 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 он выбрал. Это не сгущенка. Это сгущенка. Это просто condensed milk. Ты уже выбрал это? Нет, не выбрал. Выбрал это. Но это не пить. Потому что я знаю Макса. Ему сейчас, если разрешить, он может выпить реально банку сгущенки. Скажи, Кать. Макс. Итак. Покажи, там реально написано. Это сгущенка. Это самый освежающий напиток в жаркий день. Макс. Макс не знает, куда ее спрятать уже. И туда. Знаете, как собака, которую косточку дали, и он не, она куда-то бегает и прячет. Это сгущенка. Освежает, скажи, пожалуйста. Да, нет. Очень. Не-не-не, мне кажется, что от этого может слипнуться. Макс, да не знаю. Спасибо. Давай, открывай рот. Давай. Как это может освежать? Максим! Это очень вкусно, но от этого вообще ничего не освежает. Хочется воды. Так, давай чем-то запивать дальше. Окей, я выбираю. Два молочных каких-то. Опять гороховый. Да, Катя везет на гороховые бобовые напитки. Black soy bean. Да. Йонхо Блэк Сой Бин Дринк. Должно быть вкусно. Но те, кто любит такие дринки, должны жить на улице. В доме нельзя заходить надолго. Катя продолжает открывать. Может, тебе ложку дать? Катя, вот это будет точно. И прокрути, засунь и прокрути, а то не польется. А теперь то, что надо. И теперь я не обижусь, если мне дадите много. Я себе даже не буду наливать. Почему? Налей, покажи хотя бы, что это. Мне немножко, Кать. Плиз, немножко. Мам! Ну что, пробуй. Окей. Эй, а мне можно оставить? Это все для тебя. К себе тоже надо, Кать. Все пробуй. Я себе оставлю, Не самый лучший напиток. Катя, стоп. Я оставляю. Да, достаточно. Спасибо. Я такой люблю. Это будет мой обед тоже. Не только освежающий, но и... Я сильно много оставила. Полезный напиток. Я могу еще поесть. Так, где моя сгущенка? Этот не такой классный. Макс! Эй, никаких сгущенок. Ладно. Этот реально невкусный. Предыдущий бобовый напиток был приятный. Он реально как будто бы такой... питательный. А это что-то такое непонятное. Я не могу глотнуть. Первый напиток, который не понравился никому.
Вот я ему даю третий шанс. Не, не то. И у нас остается самый последний напиток. 3, 2, 1. Последний рисовый напиток. Нет. Открываем. А, рисовый. Рисовый в прошлый раз детям не понравился. Какой-то... Он как это вот рисовое молоко. Есть же миндальное, там вот это всякое, соевое. Окей, я помню. А это рисовое. Очень... Ой, я что-то себя обидел. Маленькая бутылка. Стой, па, помнишь, ты мне покупал эти разноцветные кукурузные палочки, чтобы клеили? Оно... Это как и не пахнет. Оно неплохо, оно неплохо. Знаешь что, мне кажется, рис жареный какой-то. Попробуй еще раз. Оно вкусное, оно вкусное. Да, он немножко с горчинкой, как будто бы жареный пригорелый рис. Да. Короче, мы сегодня так круто освежились, уже и солнышко садится. Мы целый день тут пробуем напитки, освежаемся на улице и очень классно проводим время. Уже все мы закончили. А ну возьмите стаканы. Я покажу, что у нас осталось. А осталось вот ничего, даже лед весь растаял. Да. Освежим травку, ей тоже жарко. Мне надо лед. Я надеюсь, наше видео было сегодня познавательным. Может, кто-то захочет из вас попробовать что-то такое, и мы уже будем знать, вкусно это или не очень. Да. А может, лучше вообще на него не смотреть, не обращать внимания. Мне вот такое рисовое не так вкус. Что оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и пейте только полезные напитки. Привет. Всем пока-пока. Пока-пока. А мы продолжаем чилить. Привет. А что у нас что-то осталось еще освежающего? Лед. Лед? Не хочу лед. Капомбо!